Здесь на eSport StarCraft ролики гоняют, видать, они ждут игроков. Здесь на eSport Вовке гоняют Вовку. Да, и спрашивают всякие вопросы. Он на eSport BlizzCon идет соревнование, PvP. Вот. А здесь сейчас будут за Вовку и вон те призы разыгрываться. Ой, G2, этот к ведущий. Ладно. Блин, на StarCraft тоже начали спрашивать про баланс. And regarding it, we thought it was a really amazing comparison between the two games. But I think at the end of the day, Дождались back to the point about skill visibility that I was talking about, a lot of those micro opportunities that there were and that were shown in that video were very cool, but it's not something that a casual level viewer can easily understand. But so while we do want specific things that the only really hardcore players can understand, we want to more so focus on something that can that everyone can enjoy. Because on this side, not only the most hardcore people can understand the stuff that's going on, but also the casual viewers. So we want to have a good balance of the two. And right now, our focus is more so on the skill visibility for everyone. Погромче, микрофон давайте. Там тебя слышал. Is mostly dominated by like Nidalee, Bane versus BioMine. We don't see a whole lot of mech play. Вопрос, чувак, задал сейчас, что матчи ТВЗ какие-то скучные, нету техники, планируете ли вы это что-то поднимать? И планируете ли вы мех продвигать? Он говорит, что в следующем патче мех апгрейд будет небольшой. As well as the siege tank buffs. Причем как воздушных, так и наземных. Enough, да, воздушных и наземных. Мы, говорит, уже делали ранее обновление, что сидьмот надо изучать. Если этого не будет хватать, мы еще чем-то придумаем. И когда мех будет тогда стопроцентной альтернативой. Вот, но, говорит, к сожалению, мех не работает против протосов, а против них надо МММ строить, то есть био. И вот этот баланс нам нужно как-то найти. No, like all the changes that we're thinking on. Вот и самое, как говорит, трудное это найти золотую середину между всеми расами, чтобы они как бы все были в балансе. И вот этим мы занимаемся, по сути-то, во всех патчах. Как патчи выходят, мы берем ваше мнение и пытаемся все это сбалансировать. Hello, guys. First of all, good news on the StarCraft 1 and Brood War sound. But are we still looking in or trying to Чувак интересуется, будут ли новые модельки на юнитов? So skins are something that вот. We're definitely excited about. I mean, он говорит, тоже хочет побольше добавить, но it's a question that I ask fairly frequently in the office is, hey, when can we get more skins? Вот. Говорит, люди просят это на форумах сделать, но The reality of it right now is because StarCraft we have to support from low-end systems all the way up to high-end systems. Вот, и нам как бы важно, чтобы StarCraft работал на всех компах. Да, как слабых, так и мощных. Мощных, а модельки, они как бы жрут много, и поэтому мы как бы концентрируемся пока на сбалансировании, чтобы, оно, чтобы он игрался на всех компах хорошо да. и удобно. Поэтому, короче говоря, на качестве работы игры. На качестве работы игры мы сконцентрированы. And hopefully somewhere down the line, like I said, it's something we ask frequently. Is this the time? Is this the chance that we have that we might be able to take? Вот, и мы как бы работаем над проработкой, про детализацией. Ну, в общем, оптимизируют они игру по полной. Так что, дорогие друзья, давайте, все от вас зависит, что мы будем смотреть дальше. Ну, по-моему, вполне себе. Будем слушать вопросы. I'm gonna give a little bit of my background just because it informs my question. I'm from SC Legacy. It's been a fan site since before Brood War. I've been StarCraft's been my life. Рассказывает, что он с StarCraft'ом с первой части, очень любит, дружит. I've always loved this game, and I do commentary. Активный участник форума. Давай вопрос уже. The Wings of Liberty beta.
and I have not watched a single match of the 2013 WCS. Why I think I haven't, and I know I'm not alone in this criticism, is that there's too much of a good thing. And I just want to know what your thoughts on that criticism are regarding there's just so much going on, and it's every day, and it almost feels like thanks for watching the Super Bowl. See you next month for the Super Bowl. Короче, чувак жалуется на то, что в данный момент StarCraft очень много, и у него, бедолаги, разбегаются глаза на эти все чемпионаты. Как, говорит, вы с этим будете бороться, чтобы я все свободное время не отдавал чемпионатам? Сейчас на какую-нибудь ерунду сморозит, не ответив на его вопрос. Он говорит, я, говорит, довольна, что у нас много чемпионатов, что все пытаются раскрутить StarCraft. И поэтому, говорит, некоторые чемпионаты приходится людям пропускать, потому что в разное время, в разных регионах. И поэтому мы стараемся как-то все, кто проводит турнаменты, сбалансировать их. Everyone really liked the season finals a lot, but overall we're just trying to scale back a bit. Но и мы со своей стороны делаем все, чтобы все, кто хотят посмотреть что-то, мы эти события будем, мы эти события стараемся осветить на своем сайте, чтобы люди как бы не пропускали эпичные сражения и тем самым у них был бы выбор, что смотреть. So those are the things that we are discussing on how we can really provide really great content. Мы сейчас, говорит, думаем, как же все-таки сделать так, чтобы люди ничего не пропускали. Но, допустим, от себя я добавлю, что есть ВЦС сайт от Blizzard официальный, где вы можете за всеми вот этими киберспортивными дисциплинами следить и смотреть все матчи в записи. Поэтому, если вы тоже, как тот дядька, теряетесь в выборе, что же смотреть сейчас, но хотите посмотреть все разом, зайдите на этот сайт, сайт ВЦС, и все у вас будет хорошо. That does answer my question, and it's encouraging. Thank you. Thanks. Hi, this question is for David Kim. У них уже второй раз косяк. Какой? На мейне то, что они случайно сайт за место видео открывают. Что-то близы в этот раз лажают. My question is whether you're considering kind of looking back at what you've done in the past, because I feel like maybe your policy wasn't quite as honed as it is now, and maybe changing some of the things you've done in the past to kind of add more diversity. Вопрос какой-то волнистый, говорит, планируете ли вы оглядываться назад и что-то брать из прошлого и воплощать это вот сейчас? Короче, есть ли у вас хорошие идеи, которые вы можете воплотить сейчас? Нет, из прошлого, то есть из прошлого опыта. Like you say, our process is much stronger now compared to say like 3 years ago. And as far as looking back at things, смотря назад, я иногда задумываюсь, чтобы что-то воплотить в жизнь, но иногда это нельзя. А иногда, говорит, бывают идеи, которые я хочу взять, но, к сожалению, не знаю, как это все связать с тем, что сейчас есть у нас. Но, говорит, мы всегда оглядываемся назад и смотрим, как же мы это, какие-нибудь офигенные фишки вернуть обратно. Поэтому мы всегда как бы движемся вперед, но мы все, говорит, записываем, и все будет у нас хорошо. Hi, this is a question about the arcade, and some developers may have some problems про конструктор StarCraft, типа некоторые разработчики испытывают проблемы с созданием картов или модов приблизительно. Я, короче, не дослушал, что он хотел про конструктор спросить.
А, про Marketplace, потому что, говорит, некоторые вещи могут быть, которые разработал кто-то, их могут просто-напросто взять, спереть, и как они будут защищены в Marketplace. Но это будущий магазин при Старкрафте. Вот, и мы, говорит, в данный момент просто сейчас разрабатываем все это дело и анализируем. Но у нас нет так много времени, чтобы вкладываться в это и разрабатывать. Вот, но в данный момент мы, естественно, работаем над чем-то, что будет в будущем доступно всем, и, скорее всего, то, что вы ждете от нас, это вот оно и есть. Вот, и когда наш финальный продукт будет готов, то есть про Marketplace он имеет в виду, мы, к сожалению, не можем сказать, когда это все увидит свет, и потому что это все еще в разработке. Спасибо за понимание. Там, кстати, начали, видать, про Хардстоун уже говорить. Мы можем, в принципе, на него переключаться, на мейне. Мейн? Ладно, давайте оставим StarCraft. Тем более, что там, в принципе, сейчас только вопросы. И давайте переключимся на мейн. Итак, нам сейчас будут рассказывать про Хардстоун. Надеюсь, не будут у нас матчи, поскольку я играю в русский Хардстоун, и я буду с проблемами все это дело переводить, но... Ты так с проблемами. При чем тут Вовка? Тем более Пандария. Вовка при том, что это... Не, Пандария тут при чем? Так Пандария есть в Хардстоуне. Да? Ну хотя да, есть. Они же сейчас тоже объясняют. Итак, говорит, дяденька слева, говорит, когда мы разрабатывали данную игру, мы пытались достичь того, чтобы любой новый игрок, который никогда не играл в карточные игры, сошел и сразу понял концепт данной игры. Вот. И создавая электронную версию данной игры, мы старались сбалансировать все карты, сделать время, чтобы игроки долго не думали. И новые правила, которые принесла электронная версия немного отличается от классической. Да. Ну, кстати, не знаю насчет, в принципе, следующих моментов, да, но вот здесь вот расскажут, может, про Hearthstone больше. А нифига не рассказали нормального про StarCraft, на мой взгляд, да, то есть рассказали очень много интересной инфы на счет Вовки, но нифига не рассказали про новый патч Diablo. Да, кстати, про Diablo какую-то ерунду несли. Какую-то, да, то есть они просто обсуждали ролик. Так, давайте, подождите, у нас еще есть второй день. Может, там что-то будет, но... Да, я сейчас расписание быстро гляну. Ben will throw 20 ideas at me, and I'll throw 10 ideas back, and we start to narrow in on what's the right idea here. And sometimes it takes. Нет, про обновление, насколько я знаю, ВСК ничего не сказали. Может, это было ранее, но так как я еще раз повторюсь, у нас было несколько стримов единовременно, мы не могли прям вот все сразу стримить. Я и так старался, включал там окна как-то, но мы ничего не пропустили. Вроде бы. Хотя не, подожди, я тебе вру, потому что в полтретьего будет превью Diablo 3 Reaper of the Soul. Так что мы ничего не пропустили. Мы просто неправильно сами инструкцию прочитали. То, что мы было. Да, там было написано Diablo 3 Reaper of the Soul. Вступительный синематик, вот и все. Ну, то есть мы неправильно читали. Да, мы неправильно. Нет, акцент. Мы. А ты для чего, чел? Я для того, чтобы высказывать здесь свое мнение, как я говорил. Ладно. Ребята, в общем, очень рады тому, что Hearthstone вообще существует. Это очень весело. Можно общаться. Вне зависимости от того, на каком ты языке, что самое интересное. Да, Hearthstone офигенная игра. Давайте нам побольше теперь. А где у нее эти левелы-то? А это еще без левелов. Это они нам альфу показывают. Hearthstone, Heroes of Warcraft.
Мне почему-то кажется, что у меня видео сейчас подлагивает. Right, давайте я его обновлю. Right right ну что ж, давайте теперь перенесемся на сцену про Hearthstone. Сейчас нам выйдут пару людей, которые отвечают за Hearthstone. Вот, мне надо быстрее уже, значит, обновлять страницу, так сказать. Быстренько. Чем таким образом, чтобы еще и не запалить ничего. Понял, чем. Все, возвращаю Hearthstone. Пивной малыш. Так, сейчас я прибавлю этого малыша. Are going to actually be at the community booth on and off, so we'd love to talk to you if you swing by and talk to us there. So I'm kind of going to give you an overview. Ну что, он сейчас нам расскажет все в общих деталях о Hearthstone. Расскажет нам историю, как создавался, как к ним пришла эта идея, как мы его создавали и объединяли с вселенной Варкрафта. И что нам во время разработки этой игры нравилось, что мы выкидывали, что мы добавляли. Вот. И потом раскроем секрет, что же является ключом и основой хорошей игры, которая является карточной в нейтральном мире, так сказать. Чувак, ты меня должен останавливать, если я буду ерунду нести. Вот. Потом расскажем про классы, про их особенности, наверное. И в конце мы вам расскажем, что же мы хотим все-таки достичь всей игры. Кто мы такие? О себе, как говорится. Да, о себе. Эрик и Бен. Вот они создавались как всего два человека. Один дизайнер, другой... Один главный дизайнер, второй технический. Так я не понял, так что это они Blizzard'ом это предоставили идею? Ну да, то есть они вот взяли, у них была идея создать карточную игру в таком вот режиме именно онлайн, да, то есть, потому что есть очень много любителей, которые играют в настолке, и была же игра настольная, да, то есть... World of Warcraft. Ну и, соответственно, они решили такую идею, как я понял, внести в Близзам, и вот она как-то поработала. Вот это главные люди, которые, так сказать, дали пинок Hearthstone'у, запомните их в лицо. И, естественно, есть еще другие люди, которые также работают над этим проектом. Хотя их не очень много, поскольку Blizzard особо не выделяет силы на такой маленький проект. Вот. Теперь, когда мы объявили о Hearthstone, мы рассказали одно, а на самом деле сейчас уже Hearthstone представляет чуть другую игру. Вот. И поскольку репутация у Blizzard хорошая, когда мы только сказали, что она будет не такая, как вы могли ее ожидать, она не будет настолько эпичной, которой были другие игры Blizzard. У нее не было такого большого количества, да, то есть людей, которые ее разрабатывали. И поэтому это получилось маленькая, компактная, но тем не менее хорошая игра. Вот. Игра. И теперь нам показывают какие-то цифры. Допустим, да. Над Вовкой трудится 60 человек, над Диабло 75, а над офигенной игрой Hearthstone всего лишь 15. Но... И тем не менее, как у них хорошо получилось. Как у них хорошо все получается, да. Вот. Вот, наша команда хоть и маленькая, но мы сконцентрированы, чтобы
результат был бы хороший. И мы не можем раскидываться идеями, чтобы их потом в дальнейшем воплощать. Поэтому мы продумываем все свои ходы, прежде чем предъявить эту идею всей публике. Поскольку уже игра, говорит, запущена, мы стараемся осторожно принимать шаги и не анонсировать, допустим, в будущем будет вот это и вот это, а потом, говорит, возьмем и не сможем это реализовать. Ну да, они сначала добавляют, а потом уже говорят, что вот мы вот сделали. Мы, говорит, маленькая команда, которая любит играть в карточные игры. Допустим, вот показывают фотографии, о чем я, собственно, и говорил. Где президент Майк, он сидит, и сидят и играют. А вот стрелочками, которые показывают, это дяденька, который же делает сейчас презентацию. А Майк — президент компании, который самому нравится играть в эти игры. Да. Вообще там как бы показали их обоих, то есть, ну, стрелочки. Ну, это было в далеком 93-м году, то есть еще с тех пор у них была эта идея. Но и реализация как бы довольно проблематична. Вот, теперь зачем нужен нам Hearthstone и что это такое? Но самое первое, что это игра, которая доступна и понятна каждому, да, вне зависимости, человеку. если вы не играли никогда в карточные игры. We'd go, yeah, we're making a collectible card game, it's awesome. And they would go, yeah, that's cool. I'm not really into those sorts of games. And we really felt like it was our job. Вот, и наша главная цель была заставить игроков все-таки прийти к нам в игру, потому что когда мы объявили, что мы разрабатываем новую игру, где вы будете собирать эпичные карты, многие новые игроки, которые не знакомы с карточными играми, говорили, что типа, ладно, нам это не интересно. И вот как раз-таки ихняя цель вот этих игроков совлечь и расширить, естественно, свою публику. Аудиторию, да, до большего размера. Скажем так, заинтересовать людей, чтобы они пришли к ним. И мы хотим сделать игру такой понятной, чтобы даже если игра приобретает, ну, переводится на другой язык, чтобы не было никаких барьеров в понимании и в самой игре. Вот. Наша цель также, чтобы игра была очень понятна, чтобы не было никаких замудренных ходов, чтобы было намного все просто и легко. Weeks and months and years, and we absolutely intend that to be the case with Hearthstone. So anytime we were working on a game system, you know, we were talking about, hey, how can we make it more accessible? Вот, каждый раз, когда мы разрабатывали, точнее, они разрабатывали систему игры, мы старались как меньше использовать ходов, которые не были бы понятны людям без опыта в карточных играх. И элементы, затрудненные элементы, мы старались обходить стороной. Да, то есть сделать игру максимально простой для понимания любого. Ну, также мы в игру добавили физические детали, точнее, чтобы у вас было ощущение, что вы реально видите книгу перед собой, этот волшебный мир, и который вот он раскрывается, и вы в него полностью погружаетесь. Вот, чтобы когда вы играли в карты, вы, у вас было ощущение, как будто колода, она у вас в руках, и та легкая напряженность или интрига между боями, она сохранялась и была интересной. The things are just smashing into each other and moving back and forth, and the whole game feels like it's actually. Вот, и когда вы играете, чтобы вы полностью были погружены в игровой процесс, и вас не отвлекала такая вещь, как, а, это игра на компьютере, или это все не живое, не настоящее.
we have to make sure that there's flavor to it as well, that great World of Warcraft flavor. Также мы хотели связать игроков со вселенной Варкрафта или World of Warcraft, чтобы они ощущали себя как бы дома, но в то же время они понимали, что это совсем другая игра, и тут надо больше, здесь больше фана, как фан-то перевести. Так и оставь. Чтобы было больше фана, и... Но в то же время, что, чтобы эти игры, они различались. И что же мы сделали, чтобы объединить две эти... Чтобы объединить одну вселенную в две разные игры? Мы просто интегрировали некоторые элементы в нашу доску. Также мы интегрировали в атмосферу некоторые скрытые вещи. Допустим, как радуга, это я уже от себя тяну делаю. Или вы можете выковырить красные камни, послать, например, с катапульты, там, не знаю, большой камень, там, да, зажечь огонь, там, порвать лианы. Да, то есть много таких вот объектов. PopCap. We talk a lot about PopCap games and Peggle and how anytime you do anything in those games, a fun, exciting thing is happening and a fun, whimsical thing is going on and really imbuing that in the recipe for вот. И наш so, you know, the basis flavor наш рецепт, is World of Warcraft, наш, наш секрет всего этого, Hearthstone, наши труды и наши старания. Теперь же о скорости самой игры. Вот, и это отличная убивалка времени, если у вас есть таблетка или телефон, и вы можете быстро взять и... Если вы едете в той же, в том же самолете, хотя не в самолете, не всегда есть интернет, в поезде, в метро можете сразиться быстренько, убить время. Ну, в принципе, может, они там сделают как-то, не знаю, полуофлайн, там что можно будет зайти, не знаю. Не, полуофлайн не, полуофлайн не будет. Но это было ура! Бы прикольно. Ура! Hero of the Storm. Человек дал ссылку, быстро переходите и регистрируйтесь в бетке. Ой. Also, what it means is the game actually very quickly gets to the climax. Вот, и когда вы играете, погружаетесь, и вы просто в него влюбляетесь. Lastly, we needed to make sure whether or not you win or lose the game. So, участвую в бете. Да, я тоже поставил галочку и обновил. Even if you win the game a lot, though, or win a lot of games, you still actually lose the game. Вот, сейчас говорится о том, что хоть вы, если вы часто выигрываете, и вам это надоедает, все равно это приносит фан. Я не могу оторвать взгляд от этой гномихи. Чувак. И не могу переводить. That we did to make it play faster. Эх ты, я бы хотел лучше убить. There's a bunch of traditional collectible card mechanics. Сейчас они рассказывают про карты, коллекционные карты, у которых, да, блин, они еще на полный экран ее сделали. Еще качество добавили, четкость. Качество добавили. Давай я кота поглажу хотя бы. Кот на руки пришел. Я надеюсь, пес на руки не придет. Он меня задавит. Sort of same with resource destruction. And I guess lastly, one of the things is about making it fun to win or lose is baked into the very essence of Hearthstone. And that is that something I guess I call little victories. And what a little victory is да, ну там после того, как Вовку объявили, многие разошлись. А нам еще стримит до 5 часов. До 6. Вот, человек сконцентрировал свое внимание на том, что как же все-таки выигрывать, как проигрывать, как же вся эта механика работает и... И где же эта середина, когда я начну выигрывать и проигрывать, чтобы это все было интересно и
Да, причем чем она интересна, то что вот буквально есть... Они тебя опять ее развернули. Буквально есть один момент, да, вот, то есть мы играем, вроде как выигрываем, у человека там остается 3% здоровья, ну, то есть, да, из 30 там 3. И вдруг ему выпадает карта какая-то, которая убивает абсолютно всех твоих юнитов, и все. И начинается проигрыш. Вот, то есть, вот, непредсказуемые такие моменты. Да. Полный рендом. Теперь Бен взял слово, и он сейчас будет нам рассказывать про техническую сторону данной игры, как он ее делал, как собирал и прочее. With physical, you know, like paper cards that we printed out, and we did some web prototyping as well. And here's an example of a physical prototype. Как они делали прототип к данной игре? Потому что когда вы делаете прототип к чему-то, это должно быть, что вы можете пощупать или увидеть, посмотреть и потестить. И вот они специально делали карты вот такие вот, распечатывали, рисовали. Да. В общем, прототипы должны быть физически ощутимы. Ну, не всегда. Ну, большинство всего. Ну, да. Just 20 health, your hero pops out with his weapons, he feels amazing and badass, and then you have to kill their hero to win. And it was cool, but what you really should do is bring your opponent's fortress down to level 12, and then a massive giant army. Ну, я смотрю, как... Я после той гномихи потерял дал речи перевода. Он очень быстро говорит еще к тому же. Да. Чувак, притормози. Первые концепты, которые были, вот эти карты, они вначале были квадратные, потом их все-таки обовалили в яйцевую оболочку. Овально. Овальную, в яйцевую, какая разница. Точнее, в руках вы держите квадратные, ну, точнее, вот эти прямоугольные, а потом, когда вы их выкидываете, они уже становятся овальны. И вот, даже показана доска, смотрите, потому что, видите, вот она доска. И по обоих сторонах все как-то печально. Допустим, мана вот здесь нарисована. Код какой-то. Закончить ход. И над интерфейсом, скорее всего, они долго работали. Хотя это прототип, он говорит, что я придираюсь. Это как-то больно сильно. Да, я вот что-то пинал. Вот, и когда... анимация приходила перехода хода, мы старались это сделать, чтобы это не так уж пугало людей. Просто там тролль сейчас был с ножами. Вот, затем они работали над... Может быть, на траве бы играли, кто-то в парк принес карты, и давайте разыграем. И это совсем другой стиль. Вот, ну... What if these are pieces? What if this is a board in a tavern? Now, what if this actually takes place in the world of Warcraft? And so we tried that next. Вот, и затем они уже начали более продумывать над доской, они прорисовали, они сделали темы. Кстати, вот эта тема мне с кровавыми эльфами очень нравится. Я ее еще ни разу не видел. Ее нету. Эти остались. Actually, how far we took not only the game mechanics, but the user interface. Even in this web prototype, we did a lot. Они говорят, много сделали прототипов, но не все прототипы увидели финальный результат. Ну, а кстати, кто мешает внести еще похожее? Ну да. Тоже прикольный, кстати. Да, тоже прикольный, но вот левая нижняя часть какая-то отстойная. Она даже не законченная. Смотри, там 3D-модели есть. Нет, вот. Как бы прототип все-таки. Да, вот это вот уже ближе, которое сейчас мы видим. Да, особенно с вот этой средней полосой, которая сгорает, если время уходит. Ну да. We tried lots of different mechanics and lots of different things that we thought might work or didn't. A lot of them didn't work. But we really wanted to explore what it means to be an online only game. What kinds of things can we do? Блин, у него скорость, не знаю, снитер, что ли, он говорит. Я просто мозг переведет, я потеряю мысль, когда уже следующее слышу. That were great online, but there were some things that we tried that did not work out very well, and here's a couple examples of those. Что, слабая карта?
didn't work out great. Here's the auto pecker, which deals the damage to any player who mouses over it. А, прикольные карты, допустим, вторая карта, если кто-то хочет просматривать чужие карты, когда он просто курсор подводит, тогда... Или карта исчезает, либо что-то кукарекает, не помню, что он сказал. Ну, такие приколы внутриигровые они когда делали, потому что игра не должна быть от Blizzard, серьезно, там должны быть какие-то мелкие прикольчики. So we tried a lot of things to try and boil this experience down into something a little simpler. Here's some examples of kind of an early deck builder. This was a little overwhelming for new players. This didn't work great. Да, это and we tried to make the deck когда они разрабатывали доску, ну да, карточек чуть-чуть добавили. Да, чтобы там, чтобы человек не терял, они работали над журналом карт, чтобы легко было. И то, на самом деле, в нем иногда бывает сложно немножко разбираться. В нынешнем? Да, но тем не менее, как бы, ну, в первый раз, когда ты заходишь. Не знаю, я все сразу окосячил. Вот именно. Вот, и поскольку их не главная задача была, чтобы у вас было ощущение, что вы все-таки... что перед вами не просто цифровая игра, вот они это чувство как-то добавили, сделав тот же журнал с картами как-то более... Помоги! Я не успеваю за, как его назвали, скорость Рипера Нигера. It takes a while, though. It takes a few hours to draft and build a deck and play the games with the people at the table. And so having a really multi-hour experience online for a game like this didn't feel great. And so Hamilton Chu, executive producer of Hearthstone, said, what if we could take this exciting mode and spread it over a longer period of time? What if we could do this asynchronously? What if I like to come to the table and draft a couple cards and pass the one and then find out the way for me, I'll go away and then get a little bit more? And that would obviously take maybe a 4-hour experience. У тебя компьютер другой, чувак. Чувак, мой дедушка не мощный. What if we could take this fun mode and make it playable online? So we tried this idea. Вот, на самом деле Hearthstone задумывался, как играть между друзьями, ой, то есть просто играть и коллекционировать карты, но вот видите, кому-то сказали, типа, давайте онлайн это сделаем, мы, и они все это дело начали дальше прорабатывать. А, как у меня, опять же, комментарий, да, это, ввести новую карту китаец, каждый ход появляется, точнее, каждый ход появляется две карты китаец 1-1. Есть такая карта у паладина. Похоже. Там нажимаешь, и у тебя за два кристалла мана появляется китаец. Так, я дико извиняюсь, но я не успеваю за его переводом. Может, он быстрее хочет сделать конференцию и убежать дальше играть в Hearthstone или разрабатывать. Да, наверное, именно так. Слишком меня любит. Хотя еще было бы проще, если бы он принес там Android и играл бы на нем. And what's worse is that as people choose cards out of this pack, there's no choices left. I'm playing Warlock and you pass me a priest card, a paladin card, and a druid card. What do I do with this? And it's not as fun as it was earlier in the draft. And so we play this mode a lot, and we felt when is it most fun to get past a pack of cards? And we felt like really it was most fun when you had three choices. When there was three cards that were good for your deck that you were trying to choose which one is best for me. We said, what if we just give you three good choices? What if we just... Мне такое ощущение, что камера не успевает его губы записывать. Слагом камера передает. Ладно, давай хотя бы вот так послушаем. Kind of where Arena ended up is we give you three choices, you choose one 30 times, that all ends up your deck. Не, я понимаю, что у него энергичный стиль выступления, но от этого страдает мой перевод. Точнее, его вообще уже нет. Тогда молчи, чувак. Сверхзвуковые губы. It's pretty different, so we didn't want to call it draft anymore, and eventually, through a couple of name changes, ended up at the arena. But that's kind of how it was born, that was the story of how we weaseled our way through all these different iterations into what is now the arena. So that's all that story about how we kind of made Hearthstone through all that iteration. And I'm going to pass it back to Eric Don to tell you about how we make a card.
Короче, тебе сейчас будет говорить нормальный человек, который расскажет, как они создавали Карчер. Было очень интересно, когда мы создавали карты, тестировали их, и результаты были интересные. Также было много удовольствия это делать, потому что... Ладно, давайте расскажем процесс, как это все создается и насколько это интересно для нас. Ну, во-первых, надо, чтобы карту можно было легко прочитать и понять, что она делает. Надо маленькое описание, чтобы узнать, как ее применить, как ее использовать, с кем ее скомбинировать, и чтобы она была легко для понимания. Да, спасибо. Вот, если вам выпадает та или иная карта с описанием, чтобы ее просто так не слить, читайте задание и читайте описание и понимаете, как же ее использовать против другой карты, которая уже лежит на столе. Да, тем более, что они обычно довольно подробное описание дают. Да. Вот, и нам... Мы хотели добиться того, чтобы игрок получал карту, читал, и он такой: «О, все, я знаю, где тебя применить». И... Причем даже никогда ее не видя, но прочитав, сразу понимал. Вот. Иногда это не только надо дать карте правильное описание, но иногда даже сама картинка говорит о боли большем, нежели описание. Вот. Иногда карта с описанием, которая довольно понятна всем, карта наносит один удар всем, не всем она понятна. Допустим, лично у меня был такой косяк. На карте было написано «наносит 4 урона большими буквами всем картам на столе». И поставив эту карту, я убил себя, все свои карты и своего героя. Да, есть же там карты, которые убивают. Да, и там есть такая карта, где написано все маленькими буквами, а есть, где написано всем большими буквами. Вот. Есть много карт, которые, у которых есть интересное описание, но мы вам обещаем, что вам надо будет не раз перечитать их, чтобы понять, что же они на самом деле делают. Вот. Также мы стараемся, чтобы у карты был свой внутренний мир, чтобы карта не просто была с картинкой и описанием, но чтобы в ней была какая-то маленькая изюминка. Чтобы игроки ее любили, и у них были свои карты, которыми они хотели бы играть. Сейчас он будет рассказывать о карте, которая называется Wild Wind, то есть «Крутящийся ветер», или как это перевести? Ну да, скорее всего. Или, хотя... Ну, даже заклинание есть у варвара. Или что-то в этом роде. Вихрь, вот, перевел человек, спасибо. И сейчас он просто рассказывает, насколько он ее любит и какие у нее есть возможности. Затем следующая карта, у которой есть возможность, которую вы сбрасываете. Сбрасываете карту, но наносите урон. Нет, когда... Когда вы получаешь урон, да, ты сбрасываешь. Я тебе говорю, проблемы с этим есть. Ну, а последний, вот. То есть, когда он получает урон, он увеличивает атаку на один. Вот, и теперь вот на этом примере вы можете... сделал для себя выводы, как вот эти три простые карты могут между собой объединяться, и как вы их можете объединить, поскольку
поскольку вся цель этой игры — собрать правильные карты, объединить их и выиграть. А эта карта, получается, вводит всех в сон. Вот, и также мы стараемся сделать в описании, в картинке, чтобы они совпадали, но в то же время картинка вам не давала ложную информацию. Допустим, этого дракона вы знаете из вселенной Варкрафта, и чтобы картинка не влияла на описание, мы как-то стараемся делать все понятным и не концентрировать само внимание на изображении. Можно, например, и Шера привести как вариант. Это будет, конечно, неправильно, но более-менее звучно. У меня кот бьет рукой. Помощь классам. Hearthstone mechanic, actually, I mean, each of our classes have a specific mechanic or several mechanics, and we need to make sure that these cards are really tied to that Hearthstone mechanic. So for the mage, for the fireball card, it's pretty obvious how it's connected to, you know, the World of Warcraft. Да-да, я просто отвлекся. Сейчас рассказывается про то, что у каждого класса есть свои карты. Допустим, если вы знакомы со вселенной Варкрафта, там есть маг, и вы, скорее всего, знаете базовые заклинания у этого класса. Поэтому, допустим, классический огневой шар, он присутствует в этой игре. Вот, и он сейчас рассказал про Fireball, который добавляет и делает урон. Также он сейчас рассказывает про... Теперь рассказывает про карту, которая по описанию и по внешнему виду, если вы на нее взглянете, то поймете, что эта карта относится к разбойнику. Призывателю, к тому же. Помимо того, когда ты его выкладываешь, он еще дает тебе дополнительный отряд. Сейчас подумаем, что он... Я слушаю просто параллельно, потом переведу все разом. Прям все? Почти все. А вдруг там второй начнет говорить? Вот, также есть карты, которые рассказывают и связывают саму игру со вселенной Варкрафта. Допустим, наш любимый Милхаус Гномик. Это Манашторм, ты перевел Гномик? Да, Манашторм, ну, Милхаус Манашторм, это как Хеллскрим Файр, или что-то такое. Гром, Адский Крик, а это Милхаус, Повелитель Манной Бури. Нет, просто Манабури. Манабури. Вот, и, естественно, сейчас он рассказывает о заклинании самой карты, что он делает, что он отнимает ману, драгоценную ману. И сейчас я вам кота скину любителям котов. И сейчас опять-таки показывают карту, у которой есть определенная способность копировать две карты из колоды оппонента и переносить их в свои руки. То есть презентуют нам карты такие гадостные, как я их называю, которые я не очень люблю. Which is a spell that lets you randomly. И порой, говорит, эти карты, которые вытаскивают карты от противника, они могут быть уникальны. Или, допустим, те же классовые, которые вы вообще не можете встретить, играя тем или иным классом. И вот тем самым вы как-то влияете на баланс.
Вот, но каждый раз, когда вы играете, у вас каждый раз новые ощущения, новые опыты, и вам все это каждый раз нравится, и от того, что игра, во-первых, каждый раз случайна, если вы на арене, и во-вторых, вы никогда не знаете, что же противник сделает в следующем ходу. Вот этим, говорит, Хардстоун и уникален. Да, причем, что ты не знаешь, какие карты у него есть, и, например, как я уже говорил, да, то есть даже с маленьким количеством ХП он у него может выпасть, что он себя похилит и выкинет тебе всех твоих воинов, убив. То есть, да, то есть, и это очень непредсказуемая игра. And maybe we misjudged it when we first put it in the game in alpha as a 2-4 for 3. So Вот, и говорит, в некоторых версиях у нас был небольшой замен ошибки с балансом, поэтому мы сейчас до сих пор все это поправляем и исправляем, чтобы сбалансировать данную игру как можно лучше. Another thing that it did, which in some ways was just as bad, maybe worse, was that everybody saw this and knew everyone else was going to be playing with two copies of the Acolyte of Pain, so they put a whole bunch of copies of Silence in their deck. And Silence is a mechanic that... Вот, и мы также стараемся сделать... баланс в колодах, чтобы, допустим, если вы играли с одним классом, и он вам показал, как он вас может убить, чтобы вы при составлении колоды против него не совершили ошибку, потому что в игре присутствуют другие классы, и должен быть баланс как бы против всех. Вот над этим мы сейчас тоже работаем в данный момент. Вот, и поэтому вы можете сейчас наблюдать, что порой некоторые карты меняют свои характеристики, и это все делается во имя баланса. И сейчас мы поговорим о игре, которая существует в данный момент, в смысле, да, о нынешнем какой балансе. Она сейчас является. Спасибо. Что же нужно, чтобы стать хорошим игроком в Hearthstone? И мы сейчас хотим вам продемонстрировать, что донат в этой игре, он... что донат, он не влияет на сам баланс, и... что вы можете играть просто бесплатно. Вы получите эту игру, вы можете коллекционировать карты и даже против человека, у которого влиты деньги в донат, он как бы остается играть на том же уровне, что и вы. Один миллион в бета-тестировании в данный момент принимает, но мне что-то это с трудом верится. Игра выйдет в открытое бета-тестирование в январе, может быть через месяц, но скорее всего в январе. It feels right if you get, oh, I flip the coin, I go first, and I have a small advantage. So in chess, it's sort of generally accepted that it's sort of 54-46. I mean, there's various discussions. Сейчас говорится о балансе. Допустим, они взяли в пример шахматы, что если кто делает первый ход, то 54% он в конце концов выиграет игру. А кто делает следующий, то есть второй ход, они выигрывают 46%. И вот сейчас нам будут показывать статистику каждого класса. Кто же... Это у паладина, да, то есть. Да, паладин, допустим, 54% победы, если он делает первый ход.
Но я с этим, наоборот, не согласен, потому что если ты делаешь первый ход, ты подставляешь свою карту, и да, и она не наносит урона никакого. Да, хотя есть карты, которые, например, дают тебе дополнительные кристаллы, после чего ты можешь там использовать карту, которая дает тебе возможность первого хода. То есть, ну, да. То есть можно, в принципе. It's better to go first. There's a small advantage for going first. And don't get me wrong, there are undoubtedly decks out there that have a second turn advantage, but in general, you want to go first and we want to keep it that way. А я не хочу кота. А ты лучше взгляни. Потом на стрим взгляну. Now I'm going to talk a little about class. Ты мне отдельно пришёл. Which is the best class? Теперь опять поговорим удивительно о чём? Правильно, о балансах. Про баланс. Везде. Второй даже заулыбался. Может, посмотрим, что на других панелях происходит? Ты пока тут покомментируй, а то мы молчим уже. Говори за себя, у меня уже горло болит. Ну, у меня нет знания английского, тем более ты сам решил. Показывают нам статистику баланса среди всех классов, и хантеры на первом месте. Ну да, хантер довольно интересный персонаж на самом деле. Class balance is still up in the air, and hopefully you will, you know, play those awesome decks, and you'll show us which class is best. Now I'm gonna step aside to Ben, and he's gonna talk a little bit about the patches that are coming up in the next couple of months and what you can expect to see. Что вообще? А что там в StarCraft вообще показывало? StarCraft. Ну а что именно? Там сейчас вообще, по-моему, про WoW что-то показывают. I'm super excited to tell you about what's coming in these upcoming patches. There's some amazing stuff coming up. Я знаю, что нас ожидает в патчах будущего. Это быстро говорящие ребята. Так, у меня подлаги начались, мне, наверное, надо перезапустить все. Так, Mind Control, они сейчас будут говорить о балансе, который карты. Я думаю, это не стоит переводить, потому что они просто будут указывать, как же они все это делают. Либо нерфят, либо апают. Так что я и правда помолчу лучше. Но вот зря, мне кажется, они сейчас это будут говорить, потому что все равно они возьмут и поменяют. But we have a couple ideas of what we want to do to this card. We're not exactly sure which direction we like the best yet, and so we're still talking about it, but we are discussing some interesting options for this card. Also, we're updating ranked play. We've heard a lot of feedback that the arena is super fun to play and feels very rewarding. And we want Arena super fun to play, да, конечно. Полнейший рандом и какие-то карты ерундовые попадаются. 25 новых ранков. Starting at the lowest level, which is rank 25, Angry Chicken. И вам будет теперь аватарки причисляться. Every game you win in this new ranked mode, you'll earn a star. And when you fill up your star meter, you'll go to the next rank. Да. За каждую выигранную игру вы получаете звезду, после этого, как только заполняется, получается новый рейтинг. Новый левел, да. И новую картиночку. Ну, интегрирует систему StarCraft, что каждый пару месяцев будет сезон. Мне последний нравится. Да, курица. Вау, это за супер убивалка время, кто будет в нее играть. Короче, будет показывать, насколько вы лучшие в своем регионе. Да, каждый день, причем каждый. Он говорит, каждую ночь он будет
сам специально ваши очки, да, и вот лично он будет с его-то скоростью говорения, да, и присуждать вам определенные очки. Также будет меняться рубашка карт в зависимости от вашего ранга, если я правильно понял. Да, и каждого сезона. Да. То есть, лето, зима, там. Ну, прикольно. Ну, кстати, мне синяя рубашка вполне нравится. Не знаю, красная, агрессию вызывает. Орки. You have to win 500 games in ranked with that class in order to get that. So it'll be very exclusive. Теперь, допустим, чтобы завоевать небольшие плюшки, чтобы была такая анимация, вам надо, допустим, сделать достижение, выиграть 50 матчей и получить что-нибудь интересное. Это, видимо, ключи на арену, я так полагаю. Да, ключи на арену. С каждым новым уровнем вы получаешь новый ключ. И вот они добавили новые ключи, по-моему. Прикольно, мне последние три нравятся. Ага, то есть можно переподключиться, если ты вылетел случайно. Это очень хорошо. Добавили бы они еще функцию реплеев, я вот ее тоже хочу. А еще бы вот добавили бы все близы функцию «нет в игре», да, там, когда ты в игре. Хотят. Это типа такой огромный динозавр прошелся. Такие мелкие фишки, эффекты. То есть к легендарным картам новые эффекты. Ну все, теперь, говорит, я свою оттриндел, у меня устал язык, и какое же будущее ждет Hearthstone? The general sorts of things you can expect, although first I'll talk a little bit about going mobile. And... Ну что ж, вначале мы поговорим о мобильных платформах, как это будет развиваться, поскольку мы до сих пор работаем над таблеткой, и когда выйдет на ПК, мы вам дадим информацию про таблетки и про смартфоны. Это, естественно, будет очень круто. Естественно, у нас нет окончательных дат, поэтому не терроризируйте нас этим вопросом. Мы также работаем над Windows 8, чтобы была поддержка, когда вы прикасаетесь к экрану, и... чтобы все работало нормально, то есть. Гадость, это Windows 8. Но мне для iPhone кажется очень маленькая. Ну мало ли. Вот. Лучше, чем ничего. Мы, говорит, Blizzard, поэтому мы никогда не говорим точные даты. Да, и вообще захват будет. Всего чего только можно. Вот. Будут новые дополнения к этой игре, поскольку хоть она и бесплатная, но в ней будут новые карты, новые столы, новые задания, новые фишки. Вот. Вот все вам нужно ждать от карточной игры. Вот, так что, говорит, не переживайте, обновления и дополнения, естественно, будут, и в них будет много всего интересного. Вот. Мы также будем концентрировать свое внимание на всех игроках разного уровня, чтобы и проигроки, и начинающие, и просто казуальщики, чтобы им не было скучно, они продолжали играть в игру. Вот. И мы хотим для каждой группы людей, чтобы они, у них был интерес, и он не пропадал. В общем, мы хотим угодить всему, всем и каждому.
the cards that are in the expert set are actually going to be providing new content for a while. You know, it'll be a while before you get through all of those cards. Вот, для казуальных игроков мы готовим как это сказать-то? Они смогут, казуалы, они смогут играть, естественно, они будут наслаждаться игрой, и для них как бы будет достаточно всего, чем заняться. Также будет категория людей, которые просто зашли и поиграли, то есть те, кто любит убивать свое время. Вот, поскольку есть три типа игрока, над которыми именно они сконцентрировались, и мы о них будем заботиться, и каждому давать то, что он хочет, чтобы все они продолжали играть и у каждого из них было свое приключение. Да. Каждый получал свой определенный опыт, и каждый занимался своей нишей, скажем так, которую мы ему дадим. 25 минут до Диаблы, мы его тоже ждем. Да-да-да. Ну, это примерно. Они же разница в час еще помимо. Ага. Because we're paying attention to that a lot, and we'll make sure that these cards are going to shift the metagame, but they're not going to be cards that specifically have crazy new mechanics in them just yet. Those we're saving for sort of the expansion side. So what you can expect is us to put an adventure out there, and then maybe an expansion, and then, you know, we're still sort of figuring our way, but that's the kind of thing that you can expect going forward. So the great thing about adventures is we can get them out pretty quickly, we're going to have PvE content in them, you're going to be able to earn all of the cards. Также они планируют разрабатывать отдельные режимы игры, допустим, игры против компьютера, усложненный режим против компьютера, потом против игроков, которые уже сейчас существуют. Это просто, как это называется, арена и просто сражение. Такой единственный смех на весь зал. Люди просто уходят, а тут смотри. Говорит, давайте еще раз. Here's Elite Torn Chieftain again. Показать своего веселого Турена. Рок Турен, который помнишь сам на телефон. Ага. Который получится за этот дисконт. То есть все, кто купили электронные билеты, не зря потратили свои деньги. И не только электронные. Ну и те, кто посетил выставку. Мне предлагают обновить BlizzCon. В том плане, что Strange? You've already seen this, you know that it's a 5-5 for 5, and it gives each player a power cord card, but I thought you actually might want to see what the power cord cards actually are. So those are what the three different cards are. Сейчас нам покажут карты. You of course get, you know, a little music perhaps from Elite Torn Chieftain of the three different. Каждая музыкальная карта. You don't know what card you're gonna get. You don't know what card you're. Ты не знаешь, какую ты получишь. Да, это полный рендом будет. Но это будет круто. Но это будет одна из этих трех карт. Да, да, я сейчас быстренько закрою. А у меня еще есть стрим Гуфоса. The Hearthstone Innkeeper's Invitational is going on, and tomorrow from 10 to 1 on the Warcraft stage, the finals will be Черт, there. Куда стрим делся? The мой или streamers твой? Will be playing against each other, the best streamers at that point, and I think it's going to be a fantastic tournament. So if you have the time, I totally recommend you going there. And Черт, я потерял, где у меня трансляция была. Thank you, BlizzCon! Вот, спасибо очень BlizzCon'у. Черт. Все, я вернулся тоже. Thank you for attending the Hearthstone Fireside Chat. Всем спасибо, кто смотрел Hearthstone, и следующее у нас это Diablo 3. И, естественно, про саму игру. Чё такое? Вот, сейчас нам показывают счастливчиков, которые играют героев, потому что там есть стенды, где вы можете все это протестировать, поиграть. А интерфейс довольно-таки прикольный, вот я со стороны мы все это дело видим. Like,
Ну вот, и сейчас нам расскажут про Reaper of the Soul. Там про Reaper of the Soul? Угу. Так, у меня некоторые проблемы, кстати. У меня тоже, почему-то он все-таки подлагивает в 450. Немножко другие проблемы, ну ладно, сейчас посмотрю. Some really in-depth panels this year. A lot more information. It seems like all the developers are here to give solid information on things that are either here on the floor or coming out very soon, which is an exciting change at BlizzCon. Absolutely, and Eric Dodds, who we just saw in that panel for Hearthstone, he is going to be coming by our live stage. So if you guys have questions for him, things that they didn't answer in the panel or things you want clarifications on, please send those to us on Twitter, at Jeff Keighley and at Cat Hunter, and we will take your questions and ask them to Eric live here, because we're all about giving you guys access to the Blizzard developers. Yeah, also, a rare opportunity to hear what they really have to say about their games. It is, and I think an interesting thing that we just saw in the panel up ahead was that there wasn't a lot of balance changes. They're talking about some card changes, but I think what this is saying is that сейчас они подводят итоги, говорят, что они увидели, что им показали, что им рассказали, и что им понравилось. Что им понравилось. Everyone has their own opinion right now. But that says a lot for a game that's still in beta, that they feel it's basically balanced with some minor tweaks. Поэтому также говорит, почему же нету такой открытой бета-версии, поскольку они хотят, чтобы определенный круг людей, у которых есть бета, посылал им фидбэк, и на основе этого фидбэка они все улучшали игру. А у нас пока что, я пока прогуляюсь по другим... Там ничего, в принципе, что печально. Ну да. На StarCraft до сих пор вопрос-ответы.